Всем привет, ребят, меня зовут Игрок, это игра Mass Effect 3. Давайте наконец-то возьмемся за эту игру. Я хотел ее пройти еще в тот момент, когда прошел вторую часть на запись, но что-то как-то не задалось. Поэтому давайте сегодня за нее возьмемся. Mass Effect 3. Загрузка. Да, обожаю загрузки. Готовность галактики 50%. Что-то я как-то начал сдавать позиции. Обычно всегда сотка висела. Ну-с, давайте начнем новую игру. Перенос из третьей и второй части. Так, а которая из них? Наверное, вот это или это, или вот это. 18-й год. Блин, так давно это было. Или все-таки это, а тут 19. Нет, давайте все-таки раннюю возьмем, 18 год. По-моему, это она. По-моему, это она. Истоки землянин, репутация последний герой, класс солдата. Да, давайте. Я полагаю, что это наше сохранение. Так, а какой из этих сейвов? Наверное, вот этот. Вроде как самый поздний. Так, давайте посмотрим. Спасена королева Рахни. Спасена Эш Уильямс на Вермании. Было потеряно принято решение пожертвовать советом. Была сохранена гора Мелна. Рекс выжил на Вермании. Было принято решение уничтожить еретиков гетто. База коллекционера была уничтожена. Членов отряда на совместном миссии 10. А был роман с Лиарой до Mass Effect 2. Был роман с Тали в Mass Effect 2. Да, по-моему, это наше сохранение. Да, перенести. Так, капитан Шепард. Лица в третьей части стали более приятные, особенно женские. Так, утвердить перенесенное лицо. Класс. Хочется поиграть, конечно, адептом. Мне что-то понравилось за них играть. Ну, не будем изменять традиции. Выберем солдата. Как было во второй части. Так, ваши успехи дают вам доступ к следующим бонусным умениям. Выберите одно. Так, давайте все-таки остановимся на снайпере. Я думаю, для нашего класса этот навык будет полезен. Кратковременно повышает точность и скорострельность оружия. Да, подтвердить. Имя игрок Шепард, раса землянин, репутация последний герой, класс солдат, умение снайпер. Ну что ж, Шепард. Настало время спасать галактику. Ух. Блин, почему-то меня немного пробирает волнение. Да, подтвердить. Будем надеяться, что моя прокачка сохранилась в предыдущей части. Ну или хотя бы дадут поинты. Я постараюсь во время роликов отмалчиваться по большей части времени, чтобы вы насладились сюжетом. Так что, ребят, не теряйте меня, я здесь. Просто слушаем сюжет. И слушаем хорошую музыку, разумеется. How bad is it? We just lost contact with two of our deep space outposts. There's something massive on long-range scanners. Is this what Shepard warned us about? I'd stake my life on it. How long do we have? Not long. I sent word. The fleets are mobilizing. God help us all. Thank you.
Commander. You're not supposed to call me that anymore, James. Not supposed to salute you either. We gotta go. The Defense Committee wants to see you. Sounds important. What's going on? Couldn't say. Just told me they needed you. Now. Anderson? Admiral? You look good, Shepard. Maybe a little soft around the edges. How are you holding up since being relieved from duty? It's not so bad once you get used to the hot food and soft beds. We'll get it sorted out. What's going on? Why is everyone in such a hurry? Admiral Hackett's mobilizing the fleets. I'm guessing words made it to Alliance Command. Something big's headed our way. The Reapers? We don't know. Not for certain. What else could it be? If I knew that. You know we're not ready if it is then. Not by a long shot. Tell that to the Defense Committee. Unless we're planning to talk the Reapers to death, the committee is a waste of time. They're just scared. None of them have seen what you've seen. You faced down a Reaper. Hell, you spoke to one. Then blew the damn thing up. You've seen how they harvest us. What they plan to do to us. You know more about this enemy than anyone. That why they grounded me? Took away my ship? You know that's not true. The shit you've done? Any other soldier would have been tried, court-martialed, and discharged. It's your knowledge of the Reapers that kept that from happening. That, in your good word? Yeah, I trust you, Shepard. And so does the committee. I'm just a soldier, Anderson. I'm no politician. I don't need you to be either. I just need you to do whatever the hell it takes to help us stop the Reapers. They're expecting you to, Admiral. Good luck in there, Shepard. Anderson? Shepard! Ashley? Lieutenant Commander? How'd it go in there? I can never tell with them. I'm just waiting for orders now. Lieutenant Commander? You hadn't heard? No. I'm a bit out of the loop these days. Sorry, sir. Didn't mean to keep you out of the loop. I'm sure you had your reasons. Yeah, I guess I did. Still, good to see you. Admiral. Come on. You know the commander? I used to. Admiral Anderson. Shepard. What's the situation? We were hoping you would tell us. The reports coming in are unlike anything we've seen. Whole colonies have gone dark. We've lost contact with everything beyond the Sol Relay. Whatever this is, it's incomprehensibly powerful. You brought me here to confirm what you already know. The Reapers are here. Then, how do we stop them? Stop them? This isn't about strategy or tactics. This is about survival. The Reapers are more advanced than we are. More powerful, more intelligent. They don't fear us. And they'll never take pity on us. But there must be some way. If we're gonna have any chance at surviving this, we have to stand together. That's it? That's our plan?
Admiral, we've lost contact with Luna Base. The moon? It couldn't be that close already. How'd they get past our defenses? Sir, UK headquarters has a visual. We heard from Admiral Hackett. What do we do? The only thing we can. We fight, or we die. We should get to the Normandy. Is that you? What's your status? I can't raise the Normandy. You'll have the contact. We'll meet you at the landing zone. Anderson up. Капец, вы видите, какой он здоровый? Так, наконец-то. Come on, Shepard. Вроде чувствительность немножко высокая. Но вроде бы 60 FPS чувствуется, пролагов нету. Это очень хорошо. Так, вспомнить бы управление, как все тут делается, это блин. Следуйте за лейтенантом Андерсоном. В это цель задания. Так, отряд. Да, поинты и вся моя прокачка сохранились с предыдущей части. Это очень приятно. У меня есть 13 поинтов, куда бы их вкинуть? Напор адреналин, наверное, закинем. Да, пускай будут. Так, во время действия увеличивает урон в ближнем бою на 50%, увеличивает продолжительность на 50%, возьмем. Так, увеличивает мощность щитов на 50%. Пока действует напор адреналина, используйте наступательное умение 1. Нет, давайте вот мощность щитов. Буду таким танком. Да, все подтвердилось. Все, идем. Поехали. Посмотрите, как Андерсон бегает. Довольно смешно. Давай. Так, сейчас, минуту, ребят. Так, вроде бы есть. Чувствительно себе немножко подкрутил. Я буду еще ее крутить во время геймплея. Новое оружие. Так, ну вот Андерсон, я тебя покажу. Андерсон! Блин, Андерсон так нелепо бегает. Но на самом деле анимация бега здесь у всех довольно нелепая. Только у Шепарда более-менее такая нормальная. Лейтенант Командер, вы читаете меня? Я патчинг и Шепард. Так, как залезть? А, вот их надо расстреливать. Чувствительность, мне кажется, слишком высокая. Сохраниться нельзя, да? Так, сейчас я, ребят, маленько пониже чувствительность вот так сделаю. Ага.
Есть. И адреналина нас вот так. На! Че ты в стену стучишься? Дверь находится с другой стороны. На повышке ему зарядил. Баба. А, да были стекла все-таки, не стены. Патронов нет. На, держи для тебя. Hey. It's okay. Everyone's dying. I need to get you someplace safe. Take my hand. You can't help me. Shepard! In here. Ah, this is a goddamn mess. Every minute these machines are here, thousands of innocent people die. I won't be responsible. It's hard enough fighting a war, but it's worse knowing no matter how hard you try, you can't save them all. Exactly. They get so fast. I thought we'd have more time. We knew they were coming. And they still just cut through our defenses. We need to go to the Citadel. Talk to the Council. The Citadel? The fight's here. It'll be everywhere soon enough. You said it yourself. The Reapers will destroy everything if we don't stop them. The Council has to help us. You sure about that? No, but you were a Council Spectre. That has to count for something. Kasha! Thanks. I owe you one. More than one. Grab some ammo. Мы предупреждали их, Андерсон. Так, слава богу, патроны, наконец-то. Патронов будет не хватать в этой игре. Чертовски сильно. Посмотрите, как бежит Андерсон. Вы посмотрите, насколько он здоровый, как с ним воевать! Посмотрите вокруг, одна разруха. Баба. Слушайте, довольно динамическое начало, не то что в первой, во второй частях. Посмотрите на него, как он здоровый. Это ж надо такую ерунду еще построить. Это который? Это вот эти вот? Сейчас никто нас больше видеть не будет. Смотри. Стрельба немного другая по сравнению со второй частью. Ага. Да-да-да. Так, давайте немного сложность себя повысим. Что-то как-то я их слишком легко развалил. Так, этот уровень сложности для опытных игроков шутеры и RPG. Именно так и должны выглядеть сражения в Mass Effect 3. Давайте повыше себя поставим, эксперт. Я думаю, так будет вполне себе нормально. Каждый раз, когда Шепард или член отряда получают уровень и зарабатывают очки умения, нужно активировать их развалины. Ладно. Понятно и так, короче. What happened here? Our gunship was shot down. We barely made it. You have a radio? We tried to contact our ship. No. There's one in the gunship, but it's gonna be crawling with those things.
Stay here, son. We'll get you out of here. Офигеть. Вот этой тяжестью ему придавило ногу. Да у него ноги не должно было остаться. А, кстати, ребят, с самого начала забыл сказать, перекаты есть. Нет, на самом деле не перекаты. У меня нету дополнений в этой игре Левиафан и Цитадель, так что уж извините, будем проходить именно так, как вот проходим. Субтитры, мне кажется, мелкие. Давайте еще субтитры, может, покрупнее можно сделать как-нибудь. Включить шлем члена отряда, режим диалога. Блин, ребят, субтитры увеличить нельзя, так что тут придется как-то так играть. Что это? Забрать? Понесли. Я за их развалил, смотри. Ой-ой-ой. Сейчас я их развалю, говорит. Что-то я переоценил немного свои силы, я же себе сложность повысил. Так, давайте тогда здесь более осмотрительно. Так, а как умение Андерсона пользует? А, он уже использовал, окей. Больно. Что-то у вас там до хера как-то не находите? Больно. Так, ну-ка, Андерсон, дай-ка им оглушающий выстрел. Очень больно. Щиты в этой игре восстанавливаются гораздо дольше. Есть. Винтовку бы мне. Пистолетом, конечно, воевать можно, но... А, вот и она. Нормандия, это Андерсон. Ты читаешь? Адмирал, какая твоя локация? By a downed gunship in the harbor. I'm activating its distress beacon. Send support. We've got wounded down here. Lieutenant! Damn it, I lost the signal. Let's hope that beacon does its job. And fast, we've got company. Подвалили. Давайте начнем. Так. Да, игрок, не торопись, подумай, что хочешь сделать. Оглушающий выстрел хочу. Очень больно. Патроны, самое главное, быстро так заканчиваются. А эти твари не дохнут. Так, тихо. Не умереть бы еще. Давайте пенцелин использовать. Есть. Так, патронов нет. Больно шьют твари. Даже сквозь укрытие. Так, последняя обойма. Урод, так думает заканчиваться или нет? Нет, кажется, не думаю. Все, это последний патрон был. А, окей. Видимо, так и надо было потратить все патроны. Моя Нормандия! Давай, моя крошка, иди ко мне, я стану частью корабля. Shepard. Чего?
Запрыгивай. I'm not going. Спятил, что ли? You saw those men back there. There's a million more like them, and they need a leader. We're in this fight together, Anderson. It's a fight we can't win. Not without help. We need every species and all their ships to even have a chance at defeating the Reapers. Talk to the Council. Convince them to help us. What if they won't listen? Then make them listen. Now go! That's an order. I don't take orders from you anymore, remember? Consider yourself reinstated, Commander. You know what you have to do. I'll be back for you, and I'll bring every fleet I can. Good luck. You too, Shepard.